каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Сегодня, 16 августа, в 19 часов на площади Арата состоится грандиозное открытие третьего международного фестиваля «Хоумэй» в центре Азии, самого масштабного и единственного в своем роде фестиваля тувинского горлового пения в мире. «Хоумэй» – горловое пение тувинцев, бренд республики. Фестиваль проходит каждые два года в середине августа, каждый раз собирая гостей со всего мира. Четыре дня биеннале погружает зрителей в атмосферу этнотрадиций и разнообразия культур. По итогам 2017 года фестиваль вошел в топ 200 лучших событий года России. Основная цель фестиваля – сохранение, развитие и популяризация Хоумэй как объекта нематериального культурного наследия тувинского народа Российской Федерации. 137 конкурсантов из самых разных стран мира и регионов России будут состязаться в горловом пении. 19 августа на гала-концерте будут объявлены итоги престижного музыкального события. По традиции, 15 августа, День Республики, начался с церемонии торжественного поднятия флагов России и Тувы перед Домом правительства. Далее на площади Арата состоялась торжественная церемония вручения ключей от противопожарной автотехники учреждениям лесного хозяйства Республики. Глава Тувы поздравил лесников с государственным праздником – Днем Республики Тыва. Для меня особая радость, что сегодня у нас есть возможность потрогать очень нужную и серьезную технику. 44 миллиона рублей государство потратило на столь нужную для нас технику не случайно, потому что ваш труд, он очень нужен не только для нас, но и для будущих поколений. Сохранение леса, сохранение наших ресурсов. Наверняка вы наблюдаете, как складывается ситуация в соседних наших регионах, и в Иркутске, Бурятии, в Красноярском крае. Везде довольно сложно сейчас проходит пожароопасный период. Мы с вами не должны расслабляться. Спасибо вам за тот труд, который вы делаете. Многое благодаря пониманию наших земляков нам удалось сохранить, потому что запретили выходы на лесные массивы. Но это только самый такой пожароопасный случай. А так, конечно, лес, он кормил во все времена людей. Поэтому в этом отношении, конечно же, запретительство – это не очень хорошее действие, которое нужно применять. Но именно пожароопасный период мы и дальше будем обращаться к своим землякам, чтобы было бережно. Также хотел бы всем вам сказать о том, что этот год, как видите, очень дождливый, травостой был большой. А значит, на следующий год, если будет сухо, даже не если будет сухо, а будет очень серьезная пожароопасность. Мы должны это понимать. Вся техника приобретена в рамках федерального проекта сохранения лесов России, национального проекта «Экология». На его реализацию в Туве направлено более 44 миллионов рублей. Учитывая то, что леса занимают больше 80% территории нашей республики, современная техника высокой проходимости станет отличной поддержкой в вашей непростой работе.
Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на участке 855-го километра автодороги Р-257 Енисей территории Кызыльского района произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух транспортных средств. По предварительным данным установлено, что 61-летний водитель автомашины марки ВАЗ-21074, двигаясь в восточном направлении, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автомашиной ЗИЛ, двигавшейся в попутном направлении. В результате ДТП на месте погибли водитель и три пассажира легковой автомашины, женщины и 14-летний подросток. Все погибшие проживали в селе Ийтал. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сегодня около 5 часов 40 минут в Кызыле на улице Калинина произошел наезд на пешехода со смертельным исходом. По предварительным данным установлено, что водитель, двигавшийся на автомашине предположительно иностранного производства марки Honda CR-V серого цвета по улице Калинина в сторону центра города напротив дома 131/1, сбил мужчину и скрылся с места ДТП. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих какой-либо информацией о местонахождении водителя и транспортного средства, просим позвонить по номерам телефонов дежурной части УМВД 93601, 93602, 56611, 56629. Анонимность гарантируем. «14 августа в Доме народного творчества состоялся форум «2019 год на пути к достижению национальных целей» с участием общественных организаций. Программа форума охватывала все сферы жизни – здравоохранение, образование, демография, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, жилье и городская среда, экология, дороги, культура и спорт. Участниками форума обобщена определенная работа, определены задачи в ближайшие 5 лет. Реализацию проекта здравоохранения предоставил руководитель сосудистого центра, кандидат медицинских наук Роси Кужугет. Докладчик заострил внимание на актуальных для нашей республики вопросах борьбы с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, на строительстве в отдаленных поселках, ФАПов, мобильных медицинских комплексах и оснащении современным оборудованием. Директор Коктейльской средней школы номер 2 Елена Ивановна Филиппова уверена, что национальный проект образования изменит жизнь школы, учителя и ребенка, так как с каждым днем повышается качество образования. Идет подготовка высококвалифицированных кадров, изменяется инфраструктура. Ко Дню Республики в Кызыле прошел традиционный национальный конкурс красоты, женственности и добродетели «Дангына Тувы-2019». С 15 мая начались отборы участниц и прошел первый кастинг в рамках национального конкурса красоты, женственности и добродетели «Дангына» – крупнейшего проекта Республики в области красоты. В первом кастинге приняли участие девушки, победители районных этапов конкурса и претендентки, подходящие под параметры конкурса. Девушки на данном этапе выступили по трем направлениям – автобиографическое представление в любой форме, презентация авторского социального проекта, направленного на развитие республики, и демонстрация таланта. Конкурс проходит в 3 этапа – районный или городской. Отбор участниц был достаточно широким для республики, чего раньше не было. Были отобраны на полуфинал 100 девушек со всей республики. Полуфинал национального конкурса «Дангына» состоялся 12 июля в Кызыле. На финал, который прошел накануне, прошли только 20 претенденток на звание «Дангына». Духовой оркестр правительства Тувы, исполняющий музыку при движении верхом на лошадях, выступит в ходе фестиваля «Спасская башня» в 2019 году, сообщили РИА Новости в оргкомитете фестиваля. В этом году на конном манеже 7-го международного военного музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади впервые выступит духовой оркестр правительства Тувы, говорится в сообщении. Особенностью коллектива является исполнение музыки в движении верхом на лошадях. Таким образом, оркестр продолжает традиции созданного в 1929 году и просуществовавшего 15 лет оркестра Тувинской народной революционной армии. В состав коллектива входят студенты и выпускники Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств и бывшие участники духового оркестра Кызыльского колледжа искусств имени Чергал-Ола. Коллектив готов предложить публике самый разнообразный репертуар – классику, джаз, современную музыку с элементами рока и рэпа, сообщает «Спасская башня». Среди примеров народной музыки, которую исполняют тувинцы, ритуальная буддийская мистерия «Цам», которая призвана оградить человека от внешней злобы и агрессии.
Музицирование и танцы участников в костюмах и масках перемежаются пантомимой или диалогами. В этом году фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади Москвы с 23 августа по 1 сентября. Холодильники, стиральные машины, плиты, блендеры, мультиварки, а также встраиваемая кухонная техника теперь стали намного доступнее. В магазине «Ценолом» с 15 по 18 августа проходит масштабная распродажа бытовой техники. Приглашаем на большую распродажу бытовой техники для всей семьи. Скидка до 50% только 4 дня. Не упустите возможность купить все самое необходимое в одном месте для себя и близких по очень низким ценам. Работаем с 10 до 8. Еще раз напоминаем, распродажа с 15 по 18 числа включительно, не пропустите. Отметим, что «Ценолом» — это более 1500 квадратных метров бытовой цифровой техники и разнообразных товаров для дома. И все в одном месте. В магазине действуют дисконтные карты, их три вида, каждая имеет свой функционал. Например, деревянная дает возможность приобретать товары по клубной цене, а золотая возвращает 3% на карту в виде бонусов, которыми можно оплатить до 20% покупки. По всем картам вы сможете купить товары сразу по оптовой цене с первой покупки, что значительно поможет сэкономить ваш бюджет. Любую покупку можно приобрести в рассрочку на выгодных условиях. А для тех, кто не определился с выбором подарка, «Ценолом» предлагает подарочные карты номиналом 500, 1000, 3 и 5000 рублей. Очень хорошо зашел в «Ценолом». То есть просто хотел посмотреть цены, выбрать моим подарок. А тут смотрю, просто... Очень-очень низкие цены и очень большой выбор. Консультанты молодцы, то есть все подробно объяснили, все грамотно рассказали. Мне честно понравилось. Я, скорее всего, зайду еще. Улица Интернациональная, 112.